Привет, ребята! Приехал в Москву. Вот Джуди вам передает привет. История просто, бля, из сказок, из книги. Звоню Лизе, говорю: Лиз, мне нужны ключи от квартиры, забрать вещи. А ты что, приехал в Москву? Ты же должен позже был приехать. А там Дима живет, мой бывший парень. Неделю Вани не было. Уже на этой кроватке уже отпочивает другой. Эта шлюшка как узнала, что я приехал, Димочка или как там его зовут, съебался из квартиры, соседям ключи оставил. Это мне сыпет, это просто трындец. Девушка, которая признавалась в любви, говорит о том, что мы же расстались, и мы летим отдыхать по-дружески. Сука, шлюха. Шлюха, блядь, Елизавета, ты та еще, конечно. Вот так вот бывает.